Карлыгаш покупает букет цветов для своего сына. Мальчишка в этом году пойдет во второй класс. Женщина говорит, что цены на цветы ее приятно удивили. Цены разные, конечно, но я считаю доступные. Этот букет я, например, купила за 500 тенге. Праздничный день на стоимость цветов никак не повлиял, говорят торговцы. Так, одна ромашка стоит 200 тенге, роза 600, ну а букет астр 500 тенге. Когда цены вполне приемлемые и работать приятнее, говорят продавцы. Поэтому сегодня интереснее было, людям и дешевле, они с удовольствием брали. Причины, по которым стоимость букета не взлетела до психологических пределов, не могут назвать даже продавцы. Они лишь радуются наплыву покупателей. Остается пожелать, чтобы и на остальные праздники цена букета оставалась в разумных пределах.